Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим противотуманную фару от компании Vesem. Поставляется на фирменной упаковке артикулью HP2-145. Давайте рассмотрим комплектацию, что у нас идет внутри, какая сама фара. Вот в комплекте имеется монтажное крепление, металлическое крепление с винтами. Вот небольшая документация, инструкция со схемой подключения, ну и сама фара. Фара идет защитной вот такой вот накладкой. Снимается довольно-таки туго, но это и хорошо, что будет надежно фиксироваться. Вот размеры данной фары составляет длина 180 мм, глубина 76 мм. Вот, корпус полностью пластиковый. Здесь используются лампы цоколем H3. Для того, чтобы установить лампу, нужно снять переднее стекло. Стекло довольно-таки массивное, плотное. Для этого надо открутить два винта и уже установить лампу. Далее вывести провода подключения. Вот здесь у нас есть разъем для установки крепления металлического, которое идет в комплекте. Какое напряжение будет, все зависит от того, какая лампа будет устанавливаться. 12 на 12 вольт или на 24. То есть можно установить либо ту, либо другую. Вот при покупке данной фары распространяется на нее гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.